Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів. Як завжди, оці парі в ефірі Майдан ТБ. Ну що, як ми з вами і передбачали, шановні телеглядачі, наші народні обранці, вони не дуже перенапружуються у своїй звитяжній праці. І вчора ще один раз довели, що далеко не всі ходять на роботу, на яку ми з вами їх обрали. І тому найпростіше голосування не відбулися. Це означає, що, як казав Юрій Луценко, який очолює фракцію правлячої партії, треба, можливо, до 25 жовтня працювати, так би мовити, в комітетах, тобто не працювати під куполом Верховної Ради. Ну, абсурд, понабирали кумів, братів, олігархічні структури висунули своїх людей. От і маємо те, що маємо. Однак життя триває, і сьогодні ми починаємо програму з Іллі Богданова, про якого, коли він перейшов на бік України, офіцер ФСБ, тут деякі наші колеги, дуже такі прискіпливі, почали звинувачувати наші спецслужби в тому, що тут якийсь фейк. Але цей фейк, тобто Ілля Богданов, став кіборгом Піски, Донецький аеропорт. Повернувшись з війни, Ілля має змогу поспілкуватися з нами. Ілля, ну от, дійсно, впечатлення ваше від того, що там, ну, зараз затишье, і многі говорять, що все-таки воно відновиться, от то, що називається це гібридною війною. А внутрі країни що? От ці дві позиції, будь ласка. Добрий день. Ну, там, на самом деле, да, затишье, поэтому, в принципе, я тоже покинул фронт в конце мая. Ну, ще один раз ездил потом, ну, так, на несколько дней. Имея общение с добровольцами, да, вот этими псевдоополченцами Новой Идросии, да, там так, же так. Все мы знаем, что, в принципе, всю движуху там поднял Стрелков со своими добровольцами из России, националистами, так. Да, то есть о чем была речь изначально, если они все уезжают, конфликт заканчивается. Так. Ну, так вот, Новоидросия – это тренд прошлого сезона, все уехали. Остались, может быть, только лузеры, которые чем-то связаны, да, еще что-то недомародерили, но они тоже все уже на лыжах, все уезжают. Сейчас на повестке дня Сирия. Поэтому войны там, я уверен, что крупномасштабные никакие действия вообще уже не будет абсолютно. Нечем там наступать, нечем, ну и воли нету, никакого желания. Тобто ви, проект закрыт. Проект закрыт. Видя, вот, видя врага уже, так сказать, вот, то, те, кого брали в плен, те, это уже второй сорок где-то, да? Так я понимаю уже, то, что осталось. Сейчас, ну, мы брали, именно русских националистов не брали в плен, брали местных товарищей, да. Но именно вот эти специалисты, они все уехали, добровольцы сейчас, практически никого не осталось, вот говорят, и никто уже не собирается сюда ехать, потому что Новая Идросия, все, проект слит, и это разочарование у них, все, все вернулись. Ну и ваши побратимы, те, с кем вы плечо к плечу воевали, те, кто остались, те, кто возвратились в ту часть Украины, которая свободна, и даже многие здесь не понимают, что идет война. Вот ваше впечатление от этого. Вы уже гражданин Украины. Я, да, с февраля месяца гражданин Украины. Из-за россиян я... С точки зрения гражданина сейчас, вот ваше впечатление. Ну, мое впечатление, что Украина сделала вот год назад такой именно шаг в цивилизацию, да, то есть вот этого совкового трупа отказалась, и именно шаг в мир, цивилизацию. А сейчас происходит... Ну, шажки назад. То есть шаг вперед, два назад. И мне, конечно, это не может тоже не расстраивать. То, что действительно, что можно шагами назад назвать? Вот то, что произошло у Верховной Рады, ну, это вина, наверное, все-таки спецслужб. Вы же, в принципе, в этом понимаете очень, так сказать, серьезно. Если бы изначально все было предусмотрено, ну, как вот на... В Москве 100-тысячные митинги, звонилки там ставят, все это. Да, ну здесь вообще, честно говоря, власть, она как таковая, ну какая-то она смешная, да. Она вроде есть, ее вроде нет. Она ее вывел Майдан, да, но она не проводит то, ради чего стоял Майдан. Никаких решительных реформ, никаких решительных изменений. Вообще, ну, мы знаем, что это какая-то просто. Там находится сейчас имитация войны, а здесь имитация реформ. Поэтому.
Я не сторонник там теории заговоров, что там вот кто-то спланировал эту гранату. Ну, все об этом знали, все на фронте об этом говорили. Я тоже об этом говорил, что когда-то это случится, когда-то это должно было произойти. Ну, у кого-то вот первый товарищ, у кого сдали нервы. Ну, вот и... В перспективе не последний. А митингов и протестных акций будет, вот чем дальше, тем больше, как вы понимаете. Ну, естественно, если эта импотенция воли власти будет продолжаться, то все будет по нарастающей опять. Хотя общество устало, честно говоря, и ну, это заметно, да? Очень, очень заметно. И вот то, что произошло вчера в Верховном Совете, когда ну, просто нужно было уволить людей, это, ну, голосов не хватило. А кто там представляет нас, вот мы сейчас только, народ Украины сейчас только вот по-настоящему начинает разбираться. Да, уж. Вот так. И хотел вас спросить о том, что вот вы тоже в рядах ДУК, это правый сектор, им пугают, ну, всю Украину, весь народ запуган тем, что вот это радикалы, которые, ну, вернувшись с фронта, разорвут все. Кто эти ребята, которые с вами воевали? Ну, ДУК, он на самом деле была очень классная организация, и где-то до Нового года это вот, вообще было все супер. Именно руководство правого сектора, конечно, для меня это уже вообще это люди с таким местечковым уровнем понятия национализма, которые, имея такую огромную структуру за год, которые, имея колоссальную поддержку, не смогли за год создать вот именно эту структуру. Не смогли ничего создать, воспользоваться этим потенциалом, этими денежными средствами, этим кредитом доверия народа. Ничего не смогли сделать, абсолютно. Ничего не смогли. Вот то, что мы имеем сейчас, правый сектор развалился. То, что... И на выборы идут, уже объединяясь. Никуда не идут они вообще. Нет, они не шли, но вот вроде «Свобода» заявляет, что тоже, так сказать, ушедшие. Ну, это уже агония. Ушедшие, вот да. Это бегать за паровозом, когда уже все развалилось, там, догонять его, ну, это бесполезно. А ребята там на самом деле классные, то есть именно народ, добровольческие добровольцы, я бы сказал, собрались, и все думали, что вот поведет нас, поведет, вот Тризуб там или кто собрались, но не повели. Если приводить пример, то, вот, допустим, вот, вот. У Белецкого и у Яроша были одинаковые старты, но вот Азов, да, он создал именно структуру, организацию достаточно сильную с административным аппаратом, ну а правый сектор, который все надеялись, я сам расстроен тому, что такую организацию похерили. И вот вошли в состав вооруженных сил. Никто никуда не вошел. Вошли просто как? Расформировали. Ну вот, допустим, я захотел... Да. Вижу, что все, добровольцы выгнали, в принципе, и формат нелегализованных подразделений, которые вносят хаос и анархию, да. Он уже, война изменила, все. Сейчас там ВСУ, все, участки фронта поделены, каждый отвечает, а то, что если кто-то появляется и портит там картину, ну это потом отвечает же какой-то командир ВСУ. То есть, а такого, что подразделениями входили, не было. Только вот мой 7-й батальон, он перешел в Азов полным составом. Ну, правильно. Туда, где, собственно, есть организация. Ну, и сейчас, вот на украинскую армию взгляд. Вы пришли, когда она только-только становилась на ноги? Вообще ее не было, можно не сказать. Было, для меня был профессиональный шок. Вообще полное отсутствие какого-то, не то что профессионализма, даже где-то начальных знаний там, что о военном деле, да. Ну, что офицеры, что солдаты в основном были практически с нулевым подготовкой, да. Ну, сейчас, на данный момент, как бы, ну, артиллерия вообще у Украины классная. Ну, и вообще появился новый класс офицеров, да, это прослойка, которые боевые ребята, которые именно уже настоящие профессионалы и понимают. То есть их можно уже лифтом этим социальным поднимать туда? Да, заменять вот этих вот паркетных товарищей. А от них много зависело. Вы чувствовали, насколько непрофессионально отсюда, из Киева? Вообще абсолютно, да, то есть... Какой-то саботаж, он все время ощущался, да, ну это все мы знаем. Видели, как аэропорт теряли, как прочие моменты. То есть слово «сливают» это было, так сказать, в чем-то, действительно у нас говорят, это паника, все, нет, так оно было. Ну да, там сливали не то, что вот абсолютная зрада, как все пропало, нет там понимаем. Не хватало просто мозгов, как поступить, не хватало где-то воли, не хватало где-то желания, там... Ну, все в комплексе не хватало. А из добровольцев кто-то вырос, вот на ваш взгляд, все-таки вы профессиональный военный, кто-то вырос уже до уровня
Ну, депутаты, я не знаю, сто ли им идти командиром таким, а вот до уровня командования крупными воинскими соединениями? Нет, крупными нет. Таких нету. Ну, для этого нужно заканчивать соответствующую академию и получать именно образование, да. То есть человек, который работает, там, подметает в лаборатории хоть 20 лет, он не сможет возглавить эту лабораторию. Тут все равно есть какой-то образ, порог. Да. Порог какой-то есть. Профессиональные, как бы, солдаты или командиры взводов, там, ну, рот, они появились. Уже вырос. Да, они появились. Но дальше это совершенно другой уровень мышления. А те, кто сейчас командует, они закончили там высшие учебные заведения, но заканчивали они многие в Москве. Ну, это, и да. Практики они не имели. Чувствуется? Это, да, чувствуется. Планирование, конечно, там слабое в основном осуществлялось. Там даже нельзя винить, допустим, в том же аэропорту там солдат, которые там умирали, стояли, сражались самоотверженно и храбро. Там скорее те, кто отправлял вот эти глупые атаки там на Спартак, там людей, которые вообще местность не знают. Ну, вот они виноваты. Нету персональной ответственности. Никто вот, я вот, например, за все АТО ни разу не слышал, что кто-то понес персональную ответственность за эти провалы. Мы за 24 года здесь в Украине не... Вот это за самая все, главная воровство, проблема. Да. Нужна персональная ответственность. Не выполнил свои обещания. Вверх ногами на Майдане повесили, да? Условно кажучи, да, можно так. И, ну, у нас была мусорная иллюстрация, но это так организовано. Кстати, никто... этот дух тоже прошел. Вот я вспоминаю, когда я приехал только в Украину, здесь на самом деле такой дух был, что вот народ, он действительно на что-то влияет. Все этого нет. Вот я сейчас опять какой-то россиянин. Не хватает только вот этих порванных тулупов, свалявшихся бород, покаянных платков. Вот все то же самое начинается. Исторически где-то дежавю. Да, опять. Вот самая подлая материя вообще в этом мире, вот в нашем постсоветском пространстве, это надежда. Вот в какое время ни проснись, вот надежда всегда обманывает. Одни и те же разговоры, потому что одни и те же проблемы. 10% активных, буйных, как говорит Высоцкий, а остальные 90% ждут от нас. Да, но чего-то. Именно они решают, потому что история — это же не просто последовательность дня и ночи, это все-таки последовательность событий. А события именно эти люди делают, 10%. Ну и думаю, что все ж таки вы, входячи до цих 10%, багато спілкуєтесь з людьми, зустрічаєтесь, як вони, от ваше покоління, що вже старше, воно повинно уйти, тому що в більшості своєму це люди того, той закалки, в чому-то вони хороші, тому що вони вміють працювати, а в чому-то от ця система корупційна, ну ви самі столкнулись на фронті з тим, що таке контрабанда, як зарабатують на всьому. На крови зарабатывают. Ну, с поколением это да, это уже даже не больше. Вот если касаться Украины, не вот. Стандартное то, что Запад и Восток, да, здесь уже именно поколенческий выбор, вот. Что совок уже задолбал, все, вот ему пора сдохнуть. Вместе, вот, наверное, со всем этой старой номенклатурой. Символы сейчас переименовывают улицы, у нас довольно это затратные штуки. Сносят памятники, мешают они. Или это действительно какая-то... Должно быть. Должно быть. Да, потому что если мы этого не сделаем, вот в России, допустим, это было не сделано, и тут же оперлись опять на это красное наследие, да, Путин, что ли? И вновь восстанавливают. Да, вот пока здесь тоже не будет этой декоммунизации настоящей, полной, да, вот этого очищения от этого всего совкового, будет опять же, ну, оно тянуть назад в этот совковый труп. Вот эти щупальца вот этого монстра, который умирает, но вот пытается схватить, будет... Надо было еще, вот, когда только все развалилось, сразу отделяться, я не знаю, стеной там. Да. Можливо, але стена, як ви знаєте, в силу корупції дуже крихка там будується. Ну і я вже, буваючи там напередку, як то кажуть, бачив, які укріплення за величезні гроші начебто будуються. Коррупция еще такой ворог тут в середине у нас сидит страшный. А вам, Илья, большое спасибо. Вы можете использовать эту площадку. Вы, я смотрю, комментатор и аналитик. Вот так, да, политически можете вполне. Мы вам выделяем время и в какие-то дни на Майдан ТВ. С такими, спасибо. Поскольку вы близки, скажем, тому поколению, на которое мы надеемся, за которым будущее. А вот когда оно, это будущее светлое, придет, это все зависит от таких, как вы. Ну да, ну сам я сейчас двигаюсь, тоже на выборы иду же. Ну, Киево-Святошинском на местные районе, выборы. Да. Ну да, местные, ну, вот то есть заниматься социалкой, то есть...
Вот некоторые говорят, не надо никуда идти. А что тогда? Оставлять вот опять этим регионалам, чтобы они туда заходили? Вот. Хочется так вот, шановні товариші, демотиваторы, чтобы такие люди йшли в владу. Да, надо, чтобы все заходили по максимуму, вытесняли их и делали дела. И я сподіваюся, что потом такие люди... Дострокові вибори в Верховну Раду потрібні, це вчорашній день довів. І ви сьогодні познайомилися з Ілією Богдановим, такий, як він є. Навпаки, хочу заперечити тим моїм колегам, які ще досі вважають, що от, ну, не може бути перебіжчиком людина в такому віці, маючи щось за собою, як офіцер ФСБ. А чому ні, якщо є мозок, якщо є серце і душа? Спасибі вам, Ілля, за участь в програмі. І не перший і не останній раз, тому що таких людей висуваємо. Не агітую, але він буде у нас в наших програмах, і ви будете чути свіжі думки про те, що у нас відбувається. А зараз я просто хочу, щоб ви разом з нами перенеслися в зону АТО. Ми побували там, побували уже з таким креативним, це футбол для тих, хто воює. З нами, з зірками українського футболу грали бійці, які стоять на передовій. І ви знаєте, це був такий дуже потрібний акт. Ілля сказав, що зараз більш-менш тихо, так от люди мають вже адаптуватися до мирного життя. І це якнайкраще було видно по тому, що відбулося в Маріуполі. Дивіться. Таке коротке слово «мир». Але скільки сьогодні в ньому закладено людських почуттів? Душевний щем і надія на краще. Гнів і розпач, радість і сльози. Вже вкотре я разом зі своїми колегами потрапляю у ті місця, де мир здобувається ціною крові, страждань і болю фізичного і душевного. Цього разу команда «Зірок українського футболу» і працівників ФФУ мала грати з фронтовиками, прикордонниками, які весь час на передовій. Однак весь час до і після матчу ми до людей. Загальноосвітня школа номер 58 в Талаківці під Маріуполем. Близько до передової, тривожно, складно. Життя непросте, але дивіться, як горять оченята дітлахів. Вони бачать зірок футболу і розуміють, що їх турботи розділяють люди, які завітали сьогодні до них. Ну, а вже щодо подарунків від Федерації футболу України, то тут усе, як водиться, яскраво і незабутнє. Ну і потім живе нормальне людське спілкування. Колись у мирні часи це була Маріупольська лікарня швидкої допомоги. А сьогодні це один із кращих військових шпиталів, де повертають до життя героїв АТО. Працюють лікарі з усієї країни, працюють звитяжно, не рахуючись часом, втомою, нестачею фінансів, навіть із сімейними негараздами. І тут президент Федерації футболу України Андрій Павелко і віце-президент Вадим Костюченко з усією командою. Вони бажані гості. Це теж своєрідний сеанс реабілітації після поранень і стресів так званої гібридної війни. Ну, а в цей час стадіон «Азовець» уже заповнювали маріупольці. Вони вже давно чекали хоч на якийсь футбол.
А тут же справжнє свято наймасовішого виду спорту. На поле виходять ті, хто щодня на передовій – воїни-прикордонники. І зірки українського футболу різних років, котрі вписали яскраві сторінки в історію не лише вітчизняного, а й світового футболу. З ними – працівники ФФУ, ну і, звичайно, нашої телерадіокомпанії. Несподівано для гостей, інтрига матчу пішла розкручуватися зовсім не в той бік. Тобто господарі виявилися не дуже лагідними. Усе ж таки воїни. Так понад 100-кілограмовий богатир, старшина Микола Нінчук, лише здавався масивним і неповоротким. А літав він в воротах, немов ластівка. І ні Олегу Саленку, ні Василю Рацу, Івану Яремчуку, Едуарду Цехмейструху довго не вдавалося розпечатати рамку його воріт. Зате господарі були ближчими до перемоги в основний час. Олег Саленко нарешті подолав ентузіазм воротаря господарів, і усе в стилі молодого Саленка. Потім гра пішла у ворота Володимира Циткіна. Було вже 3-1, коли невгамовний Цехмейструх скорочує розрив. Так, як колись в роки його футбольної кар'єри. А під завісу основного часу красень гол з філігранної передачі заслуженого тренера України Сергія Ковальця забиває Олексій Куніцин. 3-3. Усе мали вирішити пенальті. І вони вирішили. Результативний обмін пенальті перериває легкий для Нінчука удар Яремчука. Радість переможців
і задоволення від того переможених. Ну як же інакше? Головне, що маріупольці і вся вільна від ворога Донеччина переконалися в тому, що її чують і розуміють. Слава Україні! Маріуполь – це Україна. І ми зробили для того, щоб люди бачили, що вони живуть в вільному місті, з вільними людьми. І я вдячний Федерації футболу України, особисто президенту, вам, всім, хто сюди приїхав. Вдячний за те, що люди побачили, що можна і треба жити мирним життям. І воно є в нас в Україні. І буде в нас свято, свято миру і свободи. Бо ми вільна нація, і тому ми це все бачимо. Всі 100% учасники АТО, вони нагороджені. До речі, що цікаво, з одного підрозділу – сартани. А що брати, якщо інше? А якщо такі герої наші охороняють кордон, охороняють зону розмежування і нашу державу, тоді ми, інші всі наші люди, можуть спокійно працювати. Я вдячний нашій федерації. Стільки зірок сьогодні побачили світового футболу. Я ніколи в житті не думав, що я побачу таких людей от рядом з собою. А вони приїхали підтримати наших людей. Тут тих, хто воює, тих, хто працює. Україна – це мир, Україна – це велике майбутнє наших дітей, онуків і всієї Європи. І, до речі, хочу сказати, що Україна – це Європа. І Європа не тільки географічно, а Європа і по світогляду людей. Трішки поміняється, пройде час, і ця Європа тільки тут буде. Нас. Это настолько энергетически сильный матч, я уверен, что такие игры надо проводить чаще. И у наших ребят, у наших героев, которые защищают сегодня наши границы, нашу родину и нашу страну, сегодня показали, что они не только с боевым духом, но и с прекрасной физической подготовкой, с прекрасной футболисты. Ну а вратарь вообще удивил своими сейвами весь матч и вытащил практически все, что летело в створ ворот. Я уверен, что сегодня все ребята, которые приехали, наши звезды футбола, которые приехали, они почувствовали, насколько здесь энергетика Украины в Мариуполе, на том, чтобы сюда футбол вернулся, и здесь был футбол как один из первых признаков мира, стабильности и счастья людям, которые здесь живут, и которые настоящие украинцы, которых мы сегодня увидели, почувствовали, и прекрасная поддержка трибун. Мариуполь соскучился за футболом, и вообще я считаю, что такая игра должна быть обязательно уже, наверное, между разными родами войск, и с удовольствием Федерация футбола будет поддерживать такие начинания на всех уровнях. Бачу Саленка, бачу Сережу Ковальця, якого колись провожали з Поділля в Динамо, потім дивилися за ним, як він забивав різним збірним. От. Я думаю, що Маріуполю сьогодні, хто був тут з маріупольців, було приємно. І я знаю, що Україна переможе, поки ми робимо такі справи, коли є разом і спорт, і військо, прикордонники вітаю з перемогою. Я думаю, що розвідка теж себе покаже. Ну а замість післяматчевої прес-конференції ми рушаємо до тих, хто знаходиться на передовій. Ось в цій бойовій частині на нас чекали ті, хто щодня ходить під ворожими кулями, мріє про мирне життя і розуміє, що без них мир не настане. Що можна сказати на ось такому імпровізованому мітингу зустрічі, окрім слів подяки і шани? Цієї ж ночі іще на 9-й блокпост, ключовий на під'їзді до Маріуполя. Вечеряємо з тими, хто був з нами на полі стадіону, хто мав відпочинок від фронтових турбот у товариській грі. Федерація футболу та її вірний помічник, справжній суперфан Олег Собуцький, подбали про достатню кількість таких бажаних футбольних сувенірів. Дружні розмови, спільні фото. Як тепло повіяло від них ще недавнім мирним життям. Не знаю, скільки ще триватиме такий стан, але знаю, що Федерація футболу України уже чітко визначилася із подібними зустрічами. Це ж бо життєво стверджуючі, оптимістичні заходи потрібні не менш, ніж матеріальна волонтерська допомога.